Сейчас сколько мы здесь? Наверное, Да сутки брось, у уже. меня фласка на час уже закончилась, я вот новую выпил Не, если минут вот пять все назад. трое учитывать, думаю, где-то Ставьте сутки, шкаф, наверное. сумоним, блядь, кто там бежит. Так ты общее время бери, сколько ты ждал, сколько бафался, сколько вообще пиздел возле нее. Я и Я говорю. шкаф, прием, блядь, мы будем вообще бить Да или нахуй да надо? да да, дышь, дышь. Не, так я тебе говорю, больше часа, если с пиздежом и с ожиданиями, то больше часа, вот фласку выпил. Буквально 4 минуты назад, на час закончилось. А я ее дал еще и, блядь, тоже не Тыкайте, сразу. давайте по шкафу. Кунген, ты Не тут, бля, если что, попадает работаем, Кунгена. блядь. По старому же списку двигаемся, вот обсудили же уже. Да. Ну там хукмастер просто в чате спрашивает. А вот этого шамана кто кусает или не кусает? Он будет 18-м. А знаешь, что можно Окей. было сделать? Но Лингрен здесь же, да? Да. Все, давайте без Нас воды, Танджи ребят. поменять на Лингрена, а Хукмастеров до 25. Ну как вариант? Они же Да. Милика на Давай, Милика поменяем. заходи, Лингрен. Сейчас. А Хук будет дамажить. Давай, Поэтому. ностальгия туда. Да Почилишь все, нам. не вопрос вообще нормально. Лишь бы Сейчас. убили уже. Да С не, Богом. я вообще, я тоже, блядь, хочу, чтобы убили эту хуйню, но с такой хуйни я не видел никогда, нахуй. Ты чё, Если в ребят, золотом с Богом? составе не удастся просто побывать, конечно, обидно будет, потому что, бля, я хотел бы на этом первом убийстве присутствовать. Да, блядь, еще из этих убийств будет сколько, блядь. Так тут прикинь, первое, это прям бам, сразу день города в гильдии. С днем Да, гильдии. это прям будет вообще жестко, событие, ебать. Давай посмотрим в истории гильдии, когда вообще гильдия создалась, блядь. Ну-ка. Так, январь, 2 число 21 года. Регаюсь на Не, серваке ЛВ на 24. скамье запасных-то тоже что гайки дают там. Да. Но это тренер, ты тренер. Не, в баскете, братан. То есть, если за чемпионство берут, то все в гайки всем, кто из замены, там не из замены. Ну, если вот с баскетом аналогию проводить. Кто там у нас вообще, блин, никого нету? Все в ДД хук. На сову жмите, давайте. Давай, давай попробуем, похуй. Лингрен, знаешь, как мы с тобой танчим. Ты на первой сдетке, я на второй даю сейф. Давай, хукмастер. Девятнашка, блядь, чтоб Фу, была, блядь. блядь. Давайте нахуй, чтоб 1 000 000 ДПС было. Как у Ему этот. Зубдема 40 С тысяч. богом, с богом, Так, ребят. секундочку, а получается у нас же что-то сменилось, да? Ну, за место на стаже теперь просто хукмастер, все. Ну, То есть те, его кто надо должен был кусать. на стаже, А он кусает. 19 будет давать, так без укуса. Меня последним кусайте, короче. Да, просто укусите человека последним, все, и под геру, чтобы дамаж. Да. Все, А ему где как этот эти часть? ППС Где? обязательно, типа, блять, он вторым кусается, он должен дамажить, блять. Это 3% крита ему очень дохуя дает. Я стою Забери. сейчас, этот список не могу найти. Забери. И истерею мне, наверное, что на Короче, скинуть, да? первую сам нажимай, а после жажды твоей скажешь мне, когда кидать тебе. Хорошо. Не торопитесь. Так, все готовы, даю отчет. Последнюю секунду агро вырвал, блядь. Если сломаете, если будет не тот укушен первый, то просто кусайте сами нахуй и все.
По сейвам чё? Чё по истерии там тебе? А давай, давай, давай. Забыл ещё. Да, я-то тоже забываю. Следующего влево выносите. В тени секунду. Бидон. Сдиспельте его обязательно. Вивс, дашь по ПС каплю? Так, Курюк, ты где? Че, Лингрен пошел. Вивс, сейф, мастер аур. А ты даже это божественное. Сбежали, сбежали, быстрее. Кунген. Бедолага, блять, одни тени не собрали. Тут он должен. Домашний, домашний. У меня вылет мальчик. Мастер, вылетел. Хорошо. Мастер. Ну что это за хуйня? Вот же ресы Шектора. Быстрее. Блять. Сразу иннер ему закидывай. Бидон ставь тотем. Геншин ген на ману. Бодикон по Шектору. Синтек по Геншину. Варчик, помоги расколу, нас так проебал я его. Норовист по бидону дай. Тянет сферам. Сбрось, сбрось. Да, в центр зайдите, лужа хуя лежит. И сразу пустила. Беги, малышка, беги! Сейв дал все сейвы, капли, глыбы, все жмем. Он не сдохнет. На хп читайте все, кто может. ПС захилите обязательно. Выхилите через ПС. Укусы. 2, 5, 6 секунд. Масса круда. На фул захильте сейчас. Быстрее, быстрее. Ну поднимите людей, захильте быстрее. Масса крудал. Пиздец. Тени, тени, кунген. Кунген. Вынес сюда. Пиздец, блядь. Ой, ёбаный в рот, блядь. Не, кунген, ну я не знаю. На ностальгибине. Да, на ностальгии меня. А чё люди назад-то не додумались отойти, если видят, что ебланит? Да хуй ты чё додумаешься, да, нахуй? Да куда ты отойдёшь, блядь? Там Эльнурио в сети. Там укусы передают, всё, и просто... Он не идёт с нами в ЦЛК 25 гер, у него приора нет. Заходим. А кейс в дискорде, кейс не хочешь? Кунген, пиздуй, в Долоране поотдыхай там, я хуй знает. Ты, ну, пиздец. Он просто вышел, на него просто все тени кинулись почти, блядь. Ну так он уже на готове должен быть после второго, но потому что третий по-любому к нему пойдет. Интересно, как Нурик собирается лутать приор, не ходя в рейды? Ну, я тоже так думаю. Мир тебе. Ну, пиздец, сед же тоже опять поменяй меня. На кого нахуй? 24 будем бить? Ну иди. Блин, я же не могу тебе сказать нет. Он бери, ну давай. Ну я тебя предупреждаю перед каждым рейдом. Ну, может, я не видел, ну ладно. Надо так надо, я чё. Если вы позже как бы до сих пор будете тратить, я готов обратно. Да это понятно. Чё ты его разжалуешь? Я ему давал, чтобы он заметки писал. Кого-то добирал.
Армеец хотя бы. Ясно, нахуй. Нет слов просто, я не знаю, нахуй, что сказать. А мед, что он идет сам? Кто с нами? Мед Дарк или как? Дарк слабенький, шипешник. Ну, в принципе, он-то нормально в ШП даст. Вроде объект ему давали. Или... И что там ему дали? ШПшники же, они же апнуты. Они, блядь, даже не одетые нормально более-менее дают. Могу на одеялко зайти. Блять, на одеялке грамотно, если зайдешь. А подушки. Где триплеха шипа? Его бы взяли. Триплеха. Он не дамажит. Я даже в обычке не видел. Давай заходи, блять, хули. Одеялка это... Нет камней, черт. Это кто, жуйболт или кто это? Да-да-да. Заходи, пора ебашить. Спасать не рейд, нахуй, иначе... Я просто с работы пришел. А, ну отлично. Еще есть варик Масхона взять, он же, по-моему... А, нет, не Масхона. Он танк. А кто танчил-то нам? А на связи танчил, да? Ну. Вот можно Масхона. Ну, Масхон взять. Тоже танк. Можно Масхона может... взять и меня в ДД закинуть. Ну, или так, ну. Блин. Мне тоже надо уйти в ближайшем будущем. Это когда это? Завтра вечером. Завтра. Знаю, пока что меня выгоняют только. Скажи, идите нахуй, у меня тут рейд нахуй. Опять дежурный? Нет. Опять говном нарисовали? Да я домой приехал. А, бля. Ну ты скажи, тут, блядь, вопрос жизни и смерти нахуй, что-нибудь придумай там. Свет отключили. Да все равно он не дамажил, он, блядь, 16. Ой, блядь. Ясно, нахуй. Все понятно, блядь. Да, блядь, ну что я могу сделать? Сижу. Отойти можно на пару минут? Иди, блядь. А что, я типа снова, да? Я просто отходил. Снова, да, да, блядь, тут вар, блядь, ну, нас вайпнул. Почилить отправили в Долоран. Теперь ждем, когда ты нас вайпнешь. Интересный, ну, подход. Не хотелось бы, ну. Да. Блять, я помню, как меня челик учил играть. У меня был вар, фурик. Ну, значит, идем там в обычку, все. Ну и типа, задача Геру убить. Я это в 14 году первый раз. Это первый раз Лича его убил там где-то в августе, что ли. Ну и короче, обычку, значит, идем. Ну и рейд заканчивается, вот так. Все говорят, а он такой говорит, пацана, вот смотрите, говорит, на Войда, говорит, нормальный вар, говорит, не, ну все делает нормально, говорит, хуяк, приходим в Геру, ну а я в Гере, ну не проносил на фул, там где-то что-то чуть косякнул там, то ли я трэш на леди танчил, мне там объяснял, вот, говорит, этот моб, там удар грома даешь, там все, там ебать, потом фуриком, короче, мы когда убили лича, мы пошли сразу 10 гер закрывать, ну закрываем 10 гер, доходим до ланы, короче. И тени на меня кидаются, я их не вынес, нахуй. Челики слегли, блядь. И он мне такой говорит. Войд, ты долбоёб или ты долбоёб? Третьего не дано, нахуй. Понимаешь, и тут сразу начинаешь учиться, блядь. Скилл сразу вырастает. Вон одеялка. Надо стараться, блядь, хули. Потому что не дано больше, блядь. Третьего. Вот эти все макросы это фигня. Если вы вдруг не заметили, у вас все умения пропадают и остается только одна цифра.
Ну, отлично, у меня пропадают все умения, кроме единицы. Так, проверка. Ну, вообще, ты можешь просто написать таргет и имя персонажа. А зачем это делать, если у тебя вот рейд фреймы есть? Я тоже не знаю. Зачем 25 человек? Пати в пати кочует, нахуй. Сейчас ражника кусать надо было, я его потерял, блядь. Где ражник? А я только сейчас перекинул. Пацаны, где рыба? Блядь, то в первом, то во втором, блядь, то в четвертом вообще оказался. Как дела? Хуёво, блядь. Три челика АФК. Рыбу поставишь? Да нахуй ставить три челика АФК. Потом еще что ли им ставить? Я тут. А я нет. Ой, ёлка. Вот некромантик, нет, ностальгии. Ой, некромантика тут. Ностальгия, все тут, ставлю рыбу. Сокетов, оружия нету, что дали? Давайте, блять. Он вообще синтерк видели, у него там ЛК камни, пацаны. Турим, блин. Давайте, я нахуй, сейчас убиваем, сука. Кто сдохнет, тот пидор. Кто укус не передаст, тот пидор. Кто тени в рейд зальет, тот пидор. Лайси. Короче, короче, духа возможности прославиться. Третьего не дано. Третьего не дано, нахуй. Четвертого не дано. У нас Рога ушел с Эджу. А? Ну, если на него поставить. Да я хуй знает, похую вообще. Ну, ушел, к примеру, одеялка. Или шмана. Все. Ну да, все. Все. Давай одеялка, 100 тысяч DPS. Даю отчет. Сука, спать охота. Не обгоняйте. Я не буду ничего говорить. Делайте все сами, нахуй. Давай, Рейст, работайте, нахуй. Правее танки. Че, лужа в рейде или че? Нормально, нормально. Нет, чуть рядом. Если бы она была в рейде, мы бы уже все сдохли. Следующие тени с фером, смотрите внимательно. 5 секунд. Вот, Песа, короче, когда будем это, не убегай, уже. Я буду не хурюка кусать, я буду Песа кусать. Или Равесна, не знаю, кусаю Песа, наверное, не знаю, что делаешь. Ну, я укушу Песа. Давай, я хурюка укушу тебе. Песа, убежишь, пожалуйста, ко входу. А, я что-то объебался, да. Вот эти тени сейчас с фером. Да. Вот 3 секунды. Там, где нет лужи, туда несите. Ага, молодец. Готовимся, фир. Эй, здесь пылить обязательно. Так. Ингран массейв. Невивс продлеваем. Песа ко входу, он Рависту попросил тебя убежать. Кусил? Ну пиздец, конечно. Чё, Песа потеряли, блядь? Ну Песа его ещё попросили ко входу, он пришёл к этому. Лестница наоборот. А найти его не судьба нахуй или что, блядь? Ебать. Зашильте. Такое ощущение... Песа укусит. Песа, выноси. Такое ощущение, что он компас назад. Отойдите, где? Маленечко. Леви. Отойдите там, отойдите под... Да ёбаные, ну вы задроты, ну сука. Ёбаный в рот, блять. World, ты вообще не видишь нихуя. Синтек ресса его быстрее, блять. Захилить его сразу.
Сейчас фул бафы. Пальца у тебя лагает? Наверное, лагает. Просто уже как бы, ну, не один раз такое. Кусайте, кусайте. Поздно телепортируется, когда первая лужа на него кидается. Братцы, укусы. Батя не поздно передали. Вот поймите одну вещь. Сейчас укушены, называю 8 человек. Кусайте других 8 ДД. Укушенных история, Равис, Тек, Биг Дэм, Рарник, Песах, Мастер Хурюк. Я также Бенстилера кусаю. Я кису буду. Полидринка. Призана буду кусать, мне нихуя. Надеялка буду кусать, если что. Так, сейвы все прожимаем. Глыбы все, блять, прожимаем. Лестницу ставим, пас. Кушу Бенстилера. Песахильте. А, ну, пиздец. На пакте Макс с Акрудом. Сейчас готовьте тени 5 секунд и захиливайте рейд на фул. Хильте, 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 хильте на фул. Сейчас тени будут. Покмастер. Нам Гера нужна, да? Гера? Гера, кусайте Геру. Гера, Гера, пацаны. Припоты пейте. Истерея. Так, даю. Не укусил хукмастер. Убейте его. Блять, нет слов, хукмастер. Что, блять, не хватило реакции? Укусить хоть кого-то, блять. Пиздец, нахуй. День. 20 секунд. Хуярьте. Так же, как в тот раз, нахуй, 7 лямов останется. Хукмастер это... Ай, поебать, нахуй. Да, блять, уже чё, всех кого в хиловку раскусали, что? Ну куда, блять? Ну трёх. Сейчас спустили нахуй. Возможно. Сколько осталось у меня? Шесть. Ну, 6-7 также. Короче, у нас слабые ДД, вот те, кто на замене пришли, нахуй, это слабые ДД, они да, не подходят сюда. Да, у нас сюда. Раскос, типа, ну, не должно такого быть, чтобы, наверное, ну, как-то, блядь, у первого человека не должно быть ДПС меньше, чем у укушенного вторым, то есть, ну, не должно такого быть. Первый человек должен ебашить на все бабки просто, там, блядь, цифра должна быть за 30, ну, то есть, ну... Ах, блядь, вот, блядь, почему так, нахуй, вот почему, блядь? А кого первого укусили сейчас? Равист. Равист, он короче, на бусте залетел и надамажил. Потом кто-то укусил Вадикон, я укусил Грандиоксина. Можете просто нажимать скиллы без всякой хуйни? Да вот нет, нажимаю, там... Печать, удар воина света, печать, удар... Да нет, бить-то надо, да, просто вомен смотришь, как бы, если видишь, что ты подбираешься ко второму, к третьей позиции, просто перестаешь бить. Ну, да, вот ты говоришь, за вот ты говоришь вомен, нахуй, челик не знал, что он, блядь, укус сорвет. Видать, вомена нету, нахуй, у людей, блядь. Вы себе такую простую вещь поймите. Вот вы не видите в ситуации, что происходит. Ни омена, ни на ком есть, на ком нету укуса. Нахуй вы тогда сюда пришли, блядь. Вот вы мне объясните, что вы хотите? Чудо от меня или что, блядь? В курсе, как агро работает? То есть агро генерируется не количеством урона, который вы нанесете, а количеством критов, которые вы нанесете. Вот если вы критуете постоянно, ну это касается классов, у которых там крита дохуя, либо бурсты дают крит, то вы просто, ну, будете по агру там первые, потому что критическая атака, она генерирует в два раза больше угрозы. И за счет этих критов мы догоняем там танка, догоняют маги, догоняют совы, потому что критов дохуя вначале, либо не критов дохуя, а дохуя заклинаний, которые прилетают, и они там 50% даже критуют, то есть отсюда получается агро. То есть, ну, урона, который в секунду залетает, и из него там часть критическая. Либо дохуя, как это, типа звездопада, да, дохуя костов проходит. Либо просто крита дохуя. Не жмите билки, которые агро генерируют просто-напросто. Что там, когда мобы резаться начнут? Минут через 20? Верно. Никто там не пришел. Инвалид, если.
Да хули инвалид там 10к ДПС. Или это не у него, или это у злобного. Не помню, блять. А, инвалид это хил же. Да, он хил. Ну там сова такая голая. А в рей кто это такой? Святос. Или не Святос это? Это а нет, Святос Ашура. Ну типа если брать Масхона нахуй. Топа появился, нет, я один его вижу. О, да, топа появился. Я не буду тебя ресать под боссом. Ну я встану за сумму. Шкаф. В дис его загоняйте, надо кого-то свичнуть, убрать. Хотя я Эльдорио просто видел, что у него типа нет приора, он не хочет идти. Ну за что он на приста? Ну не знаю, что он сейчас что-то поупрашивали или поуговаривали. Я, ну... Может с ним беседу провести, что за хуйня? Ну нет приора, у меня тоже нет приора. Ну проводите, я хуй знает. Ну типа, блять. А такой логики, история минут... соло должен убить ее. Топа не может. Да как так, нахуй? Ну, блять. У меня опускаются руки, нахуй, с такой хуйни. Ну и все, сидеть надо с 8 боссами. Пока на замене. Ну, вот эти люди не хотят, да? С 20-кой ДПС бить. А у вас не хватает ДПС, вот у тех, кто там, ну, недоодетый. Пока еще. Недоодетый не оденется. Давайте, значит, в первый день пытаться Лану убивать. Ну, типа, идти не на Вальку, да, а идти на Лану. У меня здесь вряд ли оденется, да, здесь кто-то правильно сказал. Мне вот ТТГ, пиздец, надо, мне ни одной шмотки вообще с чаркой нету. Хотя она давайте... меня пустит. Давайте бить босса, блядь, еще. Да и вообще, я бы... Ну так, а реально его бить-то походу нет смысла. Два раза уже по 7 лямов оставался. Это уже прям, ну реально, среднестатистическая реально тема. Примерный объем ДПС, которого нам не хватает, да. Это. Даже если хукмастер бы выжил, он бы 7 лямов этих не набил. Да, 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 я вот тоже об этом же, что здесь по сути хоть за трайся, мы уже по тактике, слава богу, вывозим, просто из-за ДПС ложимся. Ну сейчас набьем эту тактику, начнем усилять. Во-первых, у нас уже 5 хилов, во-вторых, на взлетке сейчас начнем все бить. А знаешь, в чем прикол? Мы не набили эту тактику, мы разобрались, почему мы не могли нормально кусать. И выяснили, что кто-то даже не видит, там укушен, не укушен, там хаос. И мы как решили эту проблему? Вот, назначили конкретную сначала никнейм, потом ну анонсили, и вот благодаря этому просто затащили и все. Нихуя, Нурик, блять, ты можешь вместо вот, вот меня поменять, короче, вот идеалку берешь, а меня вот выгоняешь. Потому что я с вкусом был весь бой, потом он столько же дает. Ну, я столько же даю, сколько одеялок. Зачем одеяло? Может, вот это велик освещен. Синтек, давай на ностальгию. Я уходил 17. Давай, давай, давай. Ну не вопрос. Я... Да, нормально вроде. Только не на 5 минут, пожалуйста, а то блядь, я... Блядь, ну вот тут... Так ушел. Не уйти надо. Да сука, ёбаный в рот, сука. Так давай ты сразу уйдешь тогда, и мы загоним вот этого ну, чувачка. Или так тот, он и говорит, ему уйти надо. А, ну все тогда, ёбаный, я остаюсь, и кого ты там хотел? Синтека загнать? Он уходит. Пизда, здесь что-то как кадровый беспорядок, да, начинается? Ты ТП сделай отсюда. Я уже все, протонулся. Раскусывать в первую очередь. Люди на заменах сидят, а ты уходишь. Ну, блядь, ну, мне надо комп отдать. Какой комп сделать? Тебе, наоборот, надо забрать комп, нахуй. Да я понимаю. Грызи зубами, блядь, но не отдавай. Я всё. В гостях у людей, я у них комп отжал. Ладно, я в гостях у Ланы, тут, блядь, рейд нихуя не убивает. Да, нахуй. Давайте. У мамы, блядь. Принимаем будешь... готовность, блядь, бить будешь барана. Будешь переписывать или будем так спить? Как били? Да я не буду ничего переписывать, блядь. Ну, блядь, что за хуйня, нахуй? Ну, блядь, я не знаю. Здесь надо историю переписывать. Сейчас, если с это первый полутаю, я Эльнурию буду кусать просто, а потом там уже это. Равник.
Передавай, наверное, с нами. Не, наверное, в норвес все-таки первым ушел. Да, лучше РДД, чтобы на звездки били. Или ПЭСа, чтобы, блядь, переходка у нас была, ну, не был левый человек укушен. Не знаю. Все, умерло, все, пусто. Давай, истерия. Дамажим, дамажим. Тени с фером сейчас 3 секунды готовимся. Эй. Захилить его. Здесь полить фир с него. Так, хурюка кусаю. Где-то я сейчас. Хурюк, хурюк, хурюк. Сывы. Сывы. На фул захиливаемся. Сбежались быстро. Нашельте, нашельте. Так, бидон ставь тотем, Геншин на ману. Вадикон по бидону, Равис по Вивс. Астергей по Геншину. Я думаю, РДД на Докус. Да, кстати, магов. Вадикона кусаю. Ну, Норфлекс нормально дает. В седьмом месте. Стой за тонатой, я буду кусать, как кусал. Если не кусается... от жереса и рависта быстрее. Где он там, блядь? Захилить его. Вставай, захилить его. Каску лапу пристабав обновить. Тени 2 секунды. С фером. Угу. Ярость прожмешь. Ну и в этом. На фул захиливаемся. Сейчас скоро фир будет. Захильте, 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 бигдема, захильте, захильте. Бля, я в ложу бежу. Дал незыбку, дал незыбку. Все, сейвы пошли, Шектор. Гош, укуши бы на себя. А, бля. Я призвал. Я около него просто. Полидринка. На лестницу. Бансивер, только не блинкайся. Я рависта укушу. Сейчас, когда подбежите, под жопу укусы передадите. Со спокойствием поздавайте, как только освободитесь от укусов. Все, захилим на фул. А, массакр. Сбежали, сейчас тени будут. Блять, он умер. Ильнури, Ильнури. Давайте, давайте, Геру, 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 Геру. Геру, давайте, Вадикон, резай Бенстиллера. И захильте его, подамажит еще истерею, немножко. Истерею, истерею, истерею. Сейчас. Вот, вот и бейте. Да. Все вместе соберитесь. Помогу какой-нибудь там от джедай, лапку хотя бы. И каску тут утыкните из холипалов на мага. В тени будут сейчас, в тени. Тени 2 секунды. Да, сейчас получше. Ебаный в рот тени кинули нахуй. Рывком вернешься нормально. Сейчас получше. Целых 20 секунд еще бить можно и 10 лямов. Нормально. Значит, от же укушен почему-то. Какой-то долбоеб укусил. Око вообще. Передавайте сейчас это. И баблы готовьте. 2 секунды. До берсы еще 10 секунд, баблы готовьте. 2 ляма. Нет. Блять, сейвы какие-то жмите, ну захильтесь. Лям, короче, блядь, баблы все не нажимаем, баблы нажимаем. Сука. Убили, тварь. Ебать! Мы сделали это. Я вас поздравляю, но был мой косяк. Я всех пытался тыкать в рейде, никого, сука, укусить не мог.
Ну ГП да, тебе надо въебать. Без интегра. Да, я за. Почему-то, блядь... Я нашел историю гильдии уже дважды. У меня почему-то, блядь, ебаный воли перестал показывать дебафы укусов. У тебя какая-то, блядь. Все, на профи уже все. Уже трэш появился. Пойдем бить? Или синдру? Пошли синдру. Нет, проф. Вот видишь, Шипа, вот в ударе ДПС. Намного легче будет синдра. Укушен вторым, но за счет того, что он РДДшник, он перегоняет меня это очень сильно. История сильно надо токен? А то я там после... Ну да. Ладно, похуй. Ты че, на синдру или на профа? На профа. Синдра потом. Кому-то обычный защитник надо? Тут не только ты вошел, еще вон шаман вошел. Вот тебе токен в подарок за это. Сколько не было, да? Не было. Сед же в натуре, это ты руинил, нахуй. Ну это я-то дважды, я и на леди был, когда первый раз ее убили. Пока трэш бьем, отойти нужно на 10 минут. Да, да. Так, ну... Че там? Пускай будет 1000. На 1500 похуй. Шли бить трэш. Я тебе говорю, легче будет синдра. Не, не. Не легче. Легче будет проф. Потому что то, что это... Одно и то же. Лёха, сними с меня агро. Синдра, там сколько камней? Там, значит, ну, самый большой камень это этот, как она называется, вот взлетка. Когда челики, во-первых, глыбы надо бить, во-вторых, надо не попасться на бомбу. Ты вспомни, сколько в обычке у нас люди лутают, по 2-3 человека урон лутают. А они будут в гере сдыхать. Сразу. Это сколько на этой хуйне учиться? Сколько 6 глыб ставить? Ну, 6 глыб ставить хуйня. Все, 6. Кто это глыб? Все то же самое, что в 25-ке обычки. Я знаешь... Стаки взрываются. Я знаешь, что думаю? Если я сейчас же поставлю это ебанное разрешение такое, то у меня, блядь, это... Ну... Все большое будет, блядь, это пиздец. Да нормально пока, блядь. Завтра вот на выходном, может, АБС скачаю. Посмотрю разницу. На лане надо в первую очередь РДДшников раскусать. Да, потому что они бьют на взлетке. Да, да, да. Так это всегда таки было. Типа, видишь, я вроде и дамажу, да, плюс-минус, но я в взлетке раскушили. Не, ну Габен с нами. Боешка? Габен. Да, да, да. ДДшное кольцо. Я хистолия заблясть затанковала. Да я в рот ебал этого моба ебаного откидывающего, сука, говно, блять. Ой, ты видел, я тебя в личку линковал, чарку. Ёбаный в рот. Да я в рот ебал, нахуй, не откидывай, тварь тупая, сука, я не могу утонуть, нахуй. Сука, пидерсия, блядь, ебаным кольцом. Ты заебал, сука. Да там челики нажимают 100%, нахуй, они из-за того, что нажимают, нахуй. Собака уйдешь? У меня сдвигается эта вся хуйня, нахуй. Собака. А, твой фрейм, типа, куда дать? А кому, кстати, закинули просто на старше, да? Да. Отдай ее сюда. Че там, забирай. Собака есть? Собака это считается трэшем? Нареснулась? Да. Можно, можно ленточки дооформить, да, можно. Но она с прелестью или обзирать? Не вообще похуй.
Где ты говоришь винтовка? В этом большом? Нет. Если бы она была, уже по рейд-ролл высветил ее. Нету, блядь, ой, наебывает. Нет, вот а, она. Блядь, есть. Значит, не лутал никто. Винтовка это святое. Просто если у человека, который открыл лут и там лежит винтовка, нет, нету рейд-ролла, не покажет. Да. А ебать. Значит, ты поводишь босса. Я в кукле буду. Надо только вспомнить, как там в 25-ке-то, блядь. Да все то же самое. Не, да это понятно. Там же два разных дебафа. Да. Я вам одно хочу сказать, вот на профе самое главное, что вы должны понимать, это нельзя вообще ни в каком случае ловить пельмени и ловить колбы. Ну, выходить служу, соответственно. Чуму передавать. С чумой один человек не должен стоять, она его убьет быстро. Ну и самое главное, когда есть слизни, тогда бить слизней. Тут очень просто все. Так, где эта хуйня? Вот, можно минутку буквально, чисто, блядь, приколюха. Так-то в колуарах, блядь, СЛК будет от стен отображаться некий слух о неком коте, который в ЛК камнях закрыл СЛК. 25 ест. Про этого, блядь. Встречайте его. В ностальгии, да? Ну, прикинь, просто пацан, кот СЛК закрывает Геру в ЛК камнях. Просто упираемся на перефазе, да? Так, Войт, когда зеленый появляется, короче, отвожу его от колбы, да, получается? Так, значит, тактика простая. Значит, это... Когда появляется зеленый... Вы стоите... Все, хватит. Кто там? История, короче, будет с квадратом. Вот это поводырь миликов. Так, поводырь РДДшников будет, вон, водикон, кружок. Все, кто тупой, за ними бегаем. Ну, думаю, тупых не должно быть в этом, в Гере. Вот, значит, это, вот тут вот слизень, допустим, стоит. Вы стоите в квадрате милики в истории. Когда он выбирает вас, и вы откидываетесь, да, в сторону РДД. РДД где-то здесь за крестом стоят. Вы отлетаете сюда. Сначала вы не бежите на слизня, наоборот, пятьтесь вот так назад, милики. РДД бьют. Слизень выбирает цель, и как только он выбрал цель, если не вас, то вы идете бьете. Это миликов касается. Добиваете зеленого. Второй раз и отлетаете, если вон к той стене, то опять так же ждете и добиваете потом слизня. Красный. Ну, красный, знаете, просто бегаете. Когда переходка, все бурсты оставляем на переходку. Две переходки на 80 и на 35. Значит, на рейде, когда переходка, все базируйтесь поближе, вот между крестом и треугольником, вот здесь где-то стойте, вот, ну, в зависимости от того, как лужа будет. На рейде появляются два дебафа, один зеленый, один красный. Вот на ком красный, стоим вот здесь в кресте и ждем, когда красный слизень выберет цель, начинаем его бить. На ком зеленый, сразу бежим сюда, не проебитесь, очень важно стать вот сюда. Вы будете стоять тут и бить слизня, получается.
Там будет массейв. Массейв. Значит. Лингард, значит, массейв, когда слизень зеленый дойдет. Продлевать будешь шектор. Вот как его закончится, сейв на зеленом слизень, ты продлеваешь. Вот дальше этих слизней двух убиваем. Ну и дальше идут опять пельмени, колбы и так далее. Вся эта хуйня, вторая фаза. И на появление слизней перед, после второй фазы будем давать геру, слизней быстренько заливать и уже добивать профан. На профе будут каждые 10 секунд мутировать эту чуму, он стакать на танках. Танков у нас всего 2. Нужно будет забирать чуму. Кто это умеет делать? Плюс рейд. ДБМ таймер не показывает почему-то. Так. Холидринг, ты умеешь эту хуйню делать? Нет, объяснишь, делай. Там таймер, мутирующая чума будет в ДБМе полоска. Каждые 10 секунд он обновляет стак. На четвертом стаке уже будет прошибать весь рейд. На пятом шотнет рейд. Вот нужно, чтобы с танка забирались эти стаки. Вот, допустим, будет танчить Лингрен, допустим, первый, да, на него первая кинется, и ты посмотришь, найдешь эту полоску, отбежишь в РДД-зону на 30 метров от босса, чтобы он тебя не убил. Нажмешь таунт за секунду до того, как он обновится. То есть на полоске остается 1 секунда, нажимаешь, Лингрен себя обратно забирает. Вот, и так делаешь до 3 стаков. Потом нужен следующий человек, кто так будет делать. Я это делал в сове. Можно сова превратиться в этого медведя и потаунтить. Ностальгия тоже можешь медведя превратить и потаунтить. Значит, первые стаки будут забирать холидринг. А там дальше, ну, зависит от того, как вы хотите убить босса. Хотите, будете таунтить. Не хотите, можете, ну, сейчас разойтись просто. Все, ставлю рыбу. Хурюк там, это самое. Первый холидринг позабирает. Если что-то не получится, то хурюк начнешь. Ну, это на третьей фазе. Да. Да. Так, короче, я так понял, это Лингрен. Короче, мы бьем зеленого слизня сразу. Короче, да. Подвожу босса туда, и потом уже вожу нормально. Да. И на каждом слизне на зеленом. Да. Самое главное, колбы туда не поставить. На таймер и колб, чтобы все смотрели. Вы сами смотрите, я вам, блядь, ну, не попка попугай, нахуй, говорить там пельмени, колбы, нахуй. Смотрите сами на эти таймеры, блядь. То это пиздец, блядь. Этот бенстиллер подошел. Еще раз проверка. Так, все готовы? Нет, не все. Вот же готов. Натур тотем нужен. Да. Тотем на защиту от сил природы поставите, шаманы. Так, все готовы? Стакаем энергию. Значит, я вот думаю, стакать нет. Ну там, да, блядь. Надо. Надо. Да, садитесь, ешьте тогда рыбу, давай постакаем. И это, когда буду отсчет на пул давать, а у меня там, кстати, не будет, ну это, ладно, короче, похуй. Постакаем сейчас. Ближе подойдите, милики, с танком, блядь. А чего, босса в центре будете ждать или чё? Да пофиг. Хильтесь. На пул, если чё, на Лингрена не забывайте. Гротом всего не сорвите. Сколько там на пула в рейде? На пул один всего лишь. Скажете, когда. Все, это самое. Давай по насчёт 3 будем пулять. Готовимся. 1, 2, 3. Поехали. Уже выходим. РДД выходим. Блять, агро. Смотрите за агро. Дал сальву. Угу. Зеленый смотрим. Cast.
Так, если что будем стопать, красного еще будем бить. Надо уже стопать, все, 80%. Стопайте, отошли от босса, милики, отошли. 1%. На это, да. 9 десятых, 8 десятых. Все красного зергаем сначала. 5 десятых. Сейчас, сейчас он мне лужи еще разольет. Все, слушай, вышли, слушай, вышли. 3 десятых. Все, как красного 10% будете, сразу переводите босса. К столу сразу иди. Идите туда, к столу. Дебафы смотрите. У меня зеленый, зеленый. Кто с зелеными в треугольник, я объяснял. Ну что за хуйня? Уёбки? Ну чё, блядь? Бейте зеленого, хули. А ничего, нахуй. Ну, нахуй надо, да? Понятно, блядь. Диспельте куклу. Сука. А чё не замедлил? Это не надо медлить. Вы чем слушаете, нахуй? Кто с зеленым слизнем уходит в трусы? Кто с красным остается в центре? Вроде рассказывал, нахуй. Люди там вообще у вас такой уходят. Флакончик зелененький появляется. Дебафа. У одних зелененький, у других красненький. Но мне был этот красный. Просто, блядь, человека с красным флаконом зеленый слизень в таргет выбрать не может. Кого ты там выбрал? Ну-ка, сейчас я посмотрю. Где эта хуйня? Пэса, да? Он призм пишет, я говорю. Вам не надо босса провожать к столу. Вы бежите сразу в зеленую метку или в красную. Ведь увидели, на ком что висит, и туда и побежали сразу. Призм первый был, да? Вот, блядь, вот вам объясняешь... Не, Лой сказал к столу. Казалось бы, вот казалось бы, босс, ебать... Ну простейший нахуй, ну встань ты в метку нахуй. Я вам сказал, где надо стоять, что делать. Вы где, сука, были, блядь, когда вам объясняют? О, вальки. Пиздец, ребята, я не знаю нахуй. Вальки резнулись, не сагрите. Вам вальки-то зачем? Вы по левой стороне бежите до профа. Когда переходка, появляется два слизня. Смотрите на свой дебаф. Если у вас красный, остаетесь в центре. Бьете слизнюка, а потом бьете босса. Если у вас зеленый, уходите также в трусы, бьете слизнюка, потом босса. Все. Немного не так, Леха. Смотрите, если красный вы убили раньше, чем зеленый, помогаете добивать зеленого, а потом в босса. И еще подожди, немного. Они не могут. Еще немного. Да, я дорасскажу, блядь. Вы походу нубы нихуя не понимаете, блядь. Пока проф у стола стоит и не двигается, на рейде висят эти два дебафа. Как только он отходит, эти дебафы исчезают, блядь, красные и зеленые. Вот и вся история, блядь. Если вы будете с красным дебафом бить зеленого, у вас урон по единичке будет лететь. Вот и вся история. Если ты убил свою цель, то можно бить. Не знаю, урон я пытался, урон не шел. Урон не будет идти, блядь, пока на тебе дебаф противоположного цвета. Пикните, блядь. Вы пришли... Там можно еще... И нихуя, и тактику нихуя не знаете. Пиздец, вот, блять, еще раз напомню, на переходке красные и зеленые дебафы на людях появляются. Пополам, как на собаке, так же в ТТГ. Кто зеленый, встает в треугольник, нахуй, ждет, пока в них придет слизень. И там его в треугольнике вплотную и бьете. Надо рыбу взять, блять. Хорошо рыбу накрафтил. А можно же бежать встречать или стоять ждать? Кого встречать? Зеленого. Если не надо бежать. Не... В угол встал. Если тебя цель не выбрала. Ну он быстро, он нет, смотри, вот он быстро будет бежать. Понятно. Ты будешь бежать на него, он тебя откинет, да. Еще выберет, они потом не ее. Не замедляются, да что? Не, ну зачем? Типа вы дольше будете ждать замедленного слизня, который у вас идет. Но опять же, это тактика, которую я не люблю, блядь, вот эта тактика. Как бы я по обычной бил. Ну, типа, она для баранов, вот эта тактика, для, ну, совсем для тупых. Ну, типа, может быть, я ошибаюсь, конечно, но ну, мне так кажется. Может, я сильно ошибаюсь. Я ни разу так не бил. Ну, я тоже до Сируса не бил так. Но...
Я бы бил по обычной, но там вообще пиздец, нахуй. Вам надо мозг включать тогда. А тут мозг выключаешь, встаешь метку, как долбоеб, нахуй, ждешь слизни и все. Сейвы выдаются. Бывают тоже нюансы, конечно, но, блядь, нихуя сложного нет. Вот же Геншин. Батя, спать хочу. Ты меня снова рубит тоже. Вот же. Ешь рыбу. Ладно, ты ешь, я выпью сейчас эту хуйню. Постакаешь. Но сегодня мы уже победили. Ну хоть что-то. Великая победа Орды. Хоть что-то, блядь, это чудом каким-то, ебать. Это... Давайте, подходите ближе, сейчас буду что-то говорить. Давайте, милики, милики. Вы оттуда бить будете, сука? Не понимаю, что вы за 30 метров стоите. Ладно, без отчета. Кто? Хуярим. Хуярим, набираем, бро. Пидоры какие-то, блядь. Нахуя вы... Ты успел курицу снять? Нахуя вы ты... Нет, ну, да, я успел. Ну, поставил я просто. Уже выходите. Две в РДД. Пулами, блядь, вот, поздравляю, нахуй, шаман. Как дела там, блядь, заебись, да? Я тоже так думаю. Блядь, сарвы, выкиньте, то в луже стоять заебись, да, в двойной? Выйти с нее вообще не судьба, наверное, да? Бей-бей. Слизняк. А, блядь, Бромгексин, блядь. Берлин сумеет. Вставай, шаман, дохиливаем его. Вставалку есть? Или нету, блядь? Блядь, ностальгия резать шамана. Красный. Надо стопать, стопать, стопать уже, может. Чё там я хп не вижу, да, стопать? 83%. Уба по шаману. Слушай, выходите. Переводите. Метки, смотрим метки. О, не, красная. Зеленая, зеленая, красная, красная. Беги. Отдал массейв. От красного отбежали? Отбежите, отбежите, все перевыбирают. Колба, ой, пельмени. Пельмени полетели. Сейчас их кидают. Не-не-не. Вот здесь. Зеленый, да, не умер. Типа, ПКД должен так взорваться? Ну да. Хуйня тактика, на самом деле. Ну, под саппортами надо быть. А чё вы, вот, он когда первый раз дошел, сразу минус 2 это было, да? Ты имеешь в виду про зеленого? Да. Там да, два тела сдохло. Сейф, потому что дали поздно. Ладно, давай другую тактику расскажем. Интересно. Там кукла, вы чё влезете? Или же всё стоит? Да, сняли, сняли. По второй тактике. Точнее, по нормальной тактике, как на офе. Также слизня бьют с пула, как начинается. И на переходке также его бьют. Вот. Ну, разница только в том, что бьют только те, у кого есть это, как он называется. Дебаф зеленый. Да, дебаф зеленый. Вот, и кукла замедляет двух слизней. Фишка в том, что это, вы свои бурсты... А я один в игру не могу зайти. Ну, закрой игру, открой заново. Ты заходишь в игру, когда еще босс живой, на инсте и висит бой. Поэтому у тебя такая хуйня. Сначала лежи в теле. А для я, того... я про аккаунт говорю. А, не знаю. Ну, вроде тут много людей зашло.
Ну, перезайди. Этот... Тут фишка в том, что двух слизней замедляют. И это... Некромантика, давай знаешь, что будешь делать. На переходке постарайся прям максимально успеть дать этим слизням, начиная с зеленого, дать косноязычие, да. А лучше, да, в принципе. С нет, зеленым. Лучше с красного начинай, потому что на зеленого если позже повешаешь, то ничего страшного, он переказ раньше даст, чем красный. Косноязычие. В идеале там, ну я за Лока играл, в идеале там получается на того и на другого накинуть до того, как они косты начнут. Вот. Красный появится, быстренько накинул, повернулся на зеленого накинул, чтобы они дольше эту гастовали свою хуйню. Это мы выиграем время по ДПС. И еще особенность в том, что вам нужно слить бурсты на этот... на переходку. Вот именно где два слизня. То есть с пула вы не отдаете бурсты. То есть вы просто бьете босса, бьем зеленого, бьем красного. Дальше появляются зеленый и красный. И нужно их бить под бурстами. То есть, ну, припод, если с пула даете, то второй припод именно на первых слизнях, на первой переходке сдаем. Ну, это, по отлетанию, вот если вы зеленого начали бить, да, вот здесь, то бьете зеленого. Вы стоите в квадрате милики, отлетаете. Хотя подожди, я хуйню сказал. Это вот так мы стоим, только когда этот, первая фаза, вторая фаза. На переходке, когда два слизня, и красный, и зеленый, все, кто с зеленым, бегут вот сюда, к столу. Чтобы между слизнем и вами было огромное расстояние. И вот как только он выберет цель, тогда уже начинаем его бить. Потому что если он выберет половину миликов, половину РДД, и туда встанут милики бить, и их будет 5 штук, они просто сразу сдохнут, если их выберет слизень. Поэтому придется у стола играть. Ну, а красного, соответственно, поближе можете стоять. И милики РДД вот здесь примерно в кресте. И начинать его бить сразу. Если милика не выбрала, то идете бить красного. Ну, там примерно поровну делится. И это... Кто там сдох-то? Этот служ, вы имейте в виду, вы прыгиваете побыстрее. Лужи бывают в одно место, кидаются две штуки и дамажит больно. Одна лужа больно дамажит. С нее надо выходить очень быстро. Ну и не ловить пельмени. Сейчас до пельменей еще найдем. Надо всем миликам у зеленого стоять, даже с красными метками. Ну, в принципе, да, на офе вот так делали. Можно и так. Еще есть такая особенность, что хилы не сбегаются в зеленого. И еще особенность в том, что челики с красной меткой должны сбегаться в метку этого, скажи мне, блять, в метку зеленого, который бежит, ну, челика взрывать. Там нужно человек 10 минимум. А вот если это РДД, если у них еще не фулл ХП, то, наверное, уже 12-13. Там рыбу поставили. Подожди, как это хилы не сбегаются к зеленому? То есть, если я с зеленой меткой, то а если он в меня кинется? Если он в тебя кинется, ты стоишь. Просто вы чуть дальше от цели отходите, чтобы он вас не откинул.